Доброе утро. Сегодня 17 сентября. Это улица Лосо. Есть такие красивые деревья уже. Красные листочки, желтенькие. Это деревья. Вроде бы граб называется. Такие они уже быстро пожелтели. Клены еще зеленые, а ясень тоже желтенький. А мы по привычке пойдем в Перовский парк. Голубые елочки здесь встречают. Уточки, прудики, сейчас их будут кормить, и они поплывут туда. Воробьишки здесь чирикают. Вот они поплыли. Видно храм здесь. Уточки плывут. Туда, где их кормят. И голуби, и уточки. Яблочки висят, проверим. Яблочки. Грибы. Смотрим, какие яблочки сейчас еще остались на яблоньках. Еще есть яблочки. Вот какое яблочко. Здесь много еще яблок. Такое красивое яблочко лежит. Красиво цвела яблонька. Сейчас посмотрим, какая она. Ее все
здесь уже нет яблочек. Там висят красивые. Вон какие нарядные. Хорошо в саду здесь. Это же настоящий сад. Так приятно здесь гулять. Вот эта груша. Тоже была красавица весной. Но грушей много здесь. Но они маленькие, игрушки. Старые ивы. Вот они, яблоньки. Такие приятные. Стена из елочек. Голубые елочки. Груша какая красивая стала. Листочки уже красивые. Так, это у нас яблоня или груша? Нет. Это у нас... Сейчас посмотрим. Это яблоня, да? Яблонь, вон сколько много яблочек нападало. Очень много яблочек упали. Пахнет прелыми яблоками. На елочек. Снова выйдем сейчас к прудику. Можно посидеть на скамеечке. У старых ив спокойно можно посидеть. Всем доброго здравия, доброй осени.